Заслуженная артистка Украины Юлия Нестранская представляет Алину Шаровскую-Константинову, еще одну молодую художницу из Щелкина. Алина писала не просто портрет актрисы. Юлия Нестранская позировала в образе графини Вронской из спектакля «Анна Каренина». Это только так кажется, вот модель, вот художник, а на самом деле это такой творческий акт, в котором люди должны друг друга почувствовать. И в этом чувствовании самое главное – доверие. Я вот полностью доверялась художнице. И мне кажется, именно это залог, как мне кажется, очень успешной работы.